Даня и Саня! Даня и Саня! Даня и Саня! Всем привет, ребята! И сегодня мы будем играть в эту дорогу! А сейчас, ребята, вам покажу, что здесь есть. Это устройство для остановки поезда. Покажешь? Ага. А сейчас разгрузим поезд. Молодец, вот классно, да? Теперь я покажу, как загружать поезд. Классно. Молодец. Поезд отправляется. Поезд отправляется. Ого-го. Мост нужен для того, чтобы никто не столкнулся. Сейчас я вам скажу, как спускается и поднимается поезд. А как он помогает не столкнуться? Он был тем, который вот здесь вот наверх поднимает, а тем, кто внизу вниз. Ну давай посмотрим, как это происходит. Да. Что там такое произошло-то? Вагона два унесло. Целых два упало. Сбило с путей. Вот это да. Установка вагонов. Установка вагонов. Сейчас мы попробуем длинный поезд запустить. Вот такой. Четыре вагона. Как было тяжело ему забираться в горку, и как быстро он съезжает с горки, да? Давай покажем, как они по разным направлениям ездят. Переключим стрелку. Сашенька, пойдем гулять. Пойдем гулять. Не понял. О нет, у нас крушение поезда. Два поезда и два вагона. Все, убегает. Два поезда столкнулись лоб-лоб. Они толкаются. Кстати, привет! Подписывайтесь здесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока. Пока-пока. Молодец. Давай еще раз.